выявили коронавирус, и у сокамерника Анатолия Быкова арестованный бизнесмен и политик просидел с ним месяц. Заболевшего перевели в другой блок, но адвокат Быкова не исключает, что его подзащитный тоже заражен. Тесты на коронавирус ему сделали, результаты пока неизвестны, а накануне вечером Быкову продлили арест. Суд Железнодорожного района принял решение оставить его под стражей до 3 октября. И под арестом он находится с 8 мая. Напомню, Анатолию Быкова подозревают в организации двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в середине 90-х.